необычное такое композиционное решение, интересное, когда гимнастка специально покатила вперед булаву, показывает динамизм, стремительность. А то, что она лежала какое-то время без движения, это не Ну вот вы сразу про ошибку. Мне вот интересен творческий процесс. Конечно, она должна была побыстрее немножко подбежать к предмету, но в целом такое смелое решение нравится. Это не про ошибку, а про саму гимнастику, про ее правила, про нюансы. Интересная хореография упражнения, по крайней мере, неожиданная, нестандартная такая, и выбор музыки достаточно оригинальный. Хотелось бы мне еще сказать, что Баку по праву является спортивным таким центром. Очень много соревнований проводится в Баку. Недавно проходил чемпионат Европы, и опять же осенью Баку будет встречать чемпионат мира по художественной гимнастике среди гимнасток-сеньорок. Этот чемпионат мира будет знаковым, потому что является квалификационным.